Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин, компания «Стройгарант Анапа». Мы вновь с вами находимся на улице Комсомольская, 183, около нашего нового проекта 8,6 квадратных метров, который мы вам показывали буквально недавно, он еще был в предчистовой отделке. Сегодня хочу полностью показать вам готовый дом с ремонтом уже под ключ. Пойдемте посмотрим нашу экскурсию. Этот дом мы построили из-за газоблока толщиной 240 мм. Утеплили каменной ватой 30. Облицовка фасада выполнена из силикатного кирпича. Фундамент ленточный, монолитный, с армированием. Цоколь утеплен и облицован декоративным камнем. Кровля выполнена из металлочерепицы и утеплена изовером толщиной 200 мм. Доминантой этого дома является большая гостиная, совмещенная с кухней. Большие витражные окна выходят на задний двор и террасу, тем самым наполняя гостиную и кухню большим количеством света. Площадь этого помещения составляет 40 квадратных метров. Рядом с кухней расположен коридор, ведущий в прихожую, котельную, санузел и две спальни. Первая спальня 11 квадратных метров, расположена ближе ко входу в дом, и окно из нее выходит на фасад дома. Вторая спальня 15 квадратных метров имеет витражное окно и выход на террасу. Между обеими спальнями находится санузел, площадь которого составляет 6 квадратных метров. В коридоре очень удачно спроектирована ниша под гардероб, которая не будет занимать место спальни, но в то же самое время есть удобный доступ к нему. Все технические агрегаты, котел, бойлер и прочее можно разместить в котельной, а в прихожей, которая расположена рядом, можно установить шкаф-купе для верхней одежды. Друзья, на сегодняшний день этот дом уже имеет своего хозяина, но вы можете заказать строительство такого дома в нашей компании. Также у вас есть возможность внести свои изменения в этот дом. На май 2019 года стоимость такого дома в чистовой отделке без участка составляет всего лишь 3 700 000 рублей. Ну вот и посмотрели мы полностью готовый уже новый наш проект 8,6 квадратных метров. Если он вам понравился, ставьте лайки, задавайте нам вопросы ниже под видео. Мы обязательно ответим на все существующие вопросы и будем освещать еще новые темы. Будьте с нами. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Помните, что мы своих клиентов встречаем в аэропорту, размещаем в наших гостиницах и полностью показываем все, что у нас есть на сегодняшний момент. Всем пока, до новых встреч!